Рыжик выгуливать меня ведет. Сколько можно сидеть, говорит, дома? Мы когда пойдем на набережную? Мы когда пойдем на набережную, говорит. На улице солнца нет, дождя нет, туристов нет, коты вот есть. Замерзли, наверное. А? На улице прохладненько. Ну, для Ялты. 4, наверное, где-то градуса. Крайняк 5. Процедуру сделал. Рыжик ждет. Идем, Рыжик. Пошли, пошли. Пошли, золотой. Пошли. И хватит прыгать. Да идем, идем. Хватит дурачиться. Рыжик. Долго ждал, да? 20 минут, 15 минут одна процедура, 15 минут другая. Вот травка хорошая, Рыжик. Зелененькая какая. Покушай. Покушай, малеха. Травой уж точно не отравишься. Чего-чего, вот от детских площадок действительно много. Ялте это радует просто. Старенькое зданица. Даже второй или третий этаж, даже там умудрились вот эти вот эти, ну, столбы, короче, как они называются, колонны поставить. Ты что нашел тут? Какой-то масол нашел. Я удивляюсь. Дома один масолик сейчас сгрыз. Ну это не чистый масол, как здесь вот лежит. Здесь чистое масло грызет на улице. Ужасно, просто ужасно вот это наблюдать. Вот смотрите, каким он вкусом это же ест. Обычный масол. Ну ты, Рыжик, вообще чудишь. А люди идут, смотрят, скажут, нифига, у мусорки стоят, не кормит собаку, сука, у мусорки стоит, питается. Вообще позорит меня жестоко. Дом он ждет, когда что-нибудь вкусненькое подам ему. Белка сидит. Идем смотреть море. С ним. Набережная пуста, однако прохладно на набережной, ветерок прохладный тут здесь. Да, вот людям не угодишь, да? Сейчас нам охота солнце, море. А летом нам охота, чтобы попрохладней, кондиционер, дом. Так то лето ждем, то... А летом ждем осень, а осенью зиму. Барбос лежит. Нас подписчик тут ждет. Миша. Где он? Михайло. Михайло Потапыч. Дянко, друг твой лежит вон. На его стол идет к нам. Целуйтесь. Целуйтесь, друганы. Что, еще? Рыжик, еще что ли? Что-то какие-то у вас встречи нерадостные. Да, ну,
где барбосик там? Чё-то, Рыжик, ты как-то не рад его видеть. Да что такое? Напугали собак, а он, дружок, идет, ковыляет, криволапит. Сейчас смотрите, на велосипедиста кинется. Нет. Барбос, у него вши ищет, ну надо же. Барбос как шнырь у прыжка. Плохо ищет. Не любишь ты, Рыжик, его, дружка. Привет, дружок. Не любишь ты его. Ой, как не любишь. Барбос продолжил искание блох. Ага. Все, к экскурсии рванул. Не дает, он гавкает, мол, дайте поесть. Гавкает на экскурсию. Слушайте, какой здесь ветерок? Тут холодина. Я вот 5 минут стою уже. Он, этот барбос опять тщательно шмонает на вшивость. Проверяет дружка. Кошмар. Не похоже на барбоса, слушайте. Прям перед ним стелется. Ну, барбос. Эклеры говорит, я тут вообще задрыгал, ну а чё она тут целый день тусит? Да. Где наш этот, как его, подписчик? Договорились встретиться здесь 15 минут 5-го. Холодно, наверное, Рыжик, да? Да не холодно, и он дома постоянно жарко. Его, наверное, этот привет. Нет, просто любит это. Он на экскурсию опять, барбос, пошел. Главный экскурсовод. Ага. Ну надо же, вот так, собаки здесь ходят за экскурсии, уши греют, все там. Может, что новенькое расскажут. Вон этот сидит, Шильдик. Что-то скорбатился. Вот других встречает. Он думает, это тоже это экскурсия. Барбос все хочет понять, где экскурсия сегодня. Вот так Краснов, действительно, сколько же он домов тут отстроил, а, архитектор. От Малори какой молодой был, а такие домишки делал. Ты прям в магазин со мной ходишь, я удивляюсь над тобой. Давай, вкидывай. Не торопись ты, Рыжик. Готов весь пакет съесть ты. Тут с голодного края я в шоке над этим Рыжиком, блядь. Этот все нюхает. Он как найдет что-нибудь, как вцепится, его вообще не оттащишь. Смотрите. А этот так не делает. Ни барбос, ни другие собаки не делают так. Что с ним? Ну, смотрите, просто запах какой-то собаки. Отойди от него, Рыжик. Отойди. Блин, куда ты лезешь? Что такое, блин? Сейчас барбос тебя точно... цапает. Голодная собака.
один рыжик. Отойди от него, пока он не укусил тебя, балбеса. Аккуратней, не торопись. Что, барбос понравилось? Ха, дянка, барбосик, барбосик, котянка. Понравилось? Ходишь за мной. Что ты, неужели у дружка отнимешь? Рыжика привязал, нашел где. Смотрите, на пару взят. Все-таки запилил свою рыльце туда. Ай-яй-яй, барбосик. Твою мать, напугали меня. Тут холодина, короче, я уже замерз. Собак накормили, пора домой идти. Подписчик не пришел. Вон, смотрите. Дружок сразу загордился что-то. Барбос шею ищет. Шею ищет барбосик у тебя, да? Шею ищет. Дружок даже в холод сидит, спит. Глаза закрыты. О, баклан. Рыбу ищет. Рыжик, видишь баклана? Вода чистая, между прочим. Иди сюда, рыжик. Вода чистейшая. Так вот смотришь, все черно, да, кажется, как будто грязное какое-то море, да? Просто солнца нету, поэтому оно таким цветом. При солнце оно сейчас переливалось вот перламутрами, лагуна цвет, бирюза. Вот этот апельсин, оказывается, там с ним не лады, короче, там надо варить, что-то делать. Поэтому, наверное, огородили всюду, повсюду и закрыли его. В группе я там прочитал, нам показывают фотки, где он там гниет. Ну, вообще бы снести бы эту красоту эту. Виды пооткрывались бы. Короче, в Ялте холодина. Даже пальцы подмерзают где-то. Держишь камеру в руке. Не, вот сейчас все равно люди повыходили вон там вот дальше. Среди. Ну, где много деревьев, там они ходят люди. Потому что ветер. Что, пойдем или что? Что будем делать? Сколько мусора тут, да? С моря все. Сначала в море, потом с моря на берег выкидывают. Рыжик, не хочешь ножки помочить?
Следопыт. Следопытышки некогда. У него свои делишки. Следопытушка весь в делах, весь в делах. Фу, фу. Что получишь? Ну приди сюда. Вот увидел камень несет человек. И сразу у него подозрение, зачем он камень несет. Что ты? Дружку скучно, он тоже спустился. Спустился. Надо сначала искупаться, Резик. Что ж ты, сухомятку тут ёрзаешь? Пошли, искупаешься. Трусишка. Реку любишь, море боишься. Давай, иди, иди, купайся. Пошли. Рыжик сердечко выложил из камней. Ну, Рыжик не ожидал от него такое увидеть. Река, любимая точка. Точка прикосновения река. Рыжик любит реку. Морячок речной. Не любит почему-то молиться. А здесь что-то сделали, слушайте, выровняли. Здесь, смотрите, как выровняли. Тут бугор был. Ну что, может, поплывешь? Турист. Дружок за ним идет. Вот. Можно рыбачить, Рыжик. На течение-то. Может, форель поймают? Не зря же запрещают в Ялте рыбачить. Наверное, форель икру бьет здесь. Горбыль, форель, лосось. Ледяное море, ледяной Крым. Какая холодрыга. Опа-на. Слияние реки с морем. Дружок за холмиком спрятался, наблюдая за мной. Тоже его так жалко, ужасно. Ходит за мной постоянно. Вот возьми меня тоже домой. Дружок, ты был бы дом. Базара не было бы вообще. Успокойся. Успокойся, Рыжик. Дружок, а ты его возьми да укуси. Ну так, не сильно, конечно. Но для приличия так.
Фу. Эх, рыжик, рыжик. Это что, зерно насыпали столько? Что здесь насыпали? Перловку насыпали. Слушайте, а что они не едят ее? Не, люди все равно гуляют. А что им еще делать, если они приехали сюда отдыхать? Прикиньте, в отеле что сидеть? Плюс 3, короче, пасмурно, градуса. Да, и то пасмурно. А завтра? Да завтра тоже. Завтра плюс 5. 5, 6, четверг. Уже потеплее. 7, пятница. 9, суббота. 9 уже. 9, 8. Если 9, там больше будет. Да, наверное, что-нибудь. Не знаю, там каналюга или, может, провод какой, электрика. Да, люк, и да, вода вечно заливает, то надо, то уже.